Почему вы сюда вышли? Я вышла, потому что пенсии военные не индексируются, игнорируются. Поднятие субсидий для военнослужащих, сроки выдачи субсидий квартир игнорируются, все законы. Все законы против военнослужащих почему-то принимаются. Я Макаров Сергей Валерьевич, майор запаса. Встал в очередь на получение жилья в 2003 году во внутренних войсках. Я Палкин Тимофей Юрьевич, майор запаса. Встал в очередь на получение жилищной субсидии во внутренних войсках в 2001 году. Я Мизов Андрей Сергеевич, прапорщик в запасе. В 2016 году встал на очередь на жилищную субсидию. Я Кондратьев Алексей Вячеславович, старший прапорщик запаса. Встал в очередь на жилищную субсидию по внутренних войсках в 2015 году. Я Ярополова Ольга Сергеевна. С июля 2015 года я стою в очереди и жду жилищную субсидию. Я Асриенко Регин Валерьевич, старший сержант запаса. В очередь на получение жилищной субсидии стал в 2013 году. Я Стрижов Андрей Игоревич, прапорщик запаса внутренних войск. В 2013 году встал в очередь на жилищную субсидию. Я Жемчужов Владимир Андреевич, старший прапорщик в отставке. Встал на получение жилищной субсидии в 2019 году. Я Микинина Анна Арсеновна, капитан в отставке. Встала на обеспечение жилищной субсидии в 2017 году. Я Пашков Иван Викторович, сержант запаса. Встал в очередь на получение жилищной субсидии в 2017 году.